функционер. Хотите, сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Короче, я хочу сейчас получить прок. У меня на него немножко осталось. Короче, нифига не вышло. Сейчас давайте попробуем сделать 10-й ранг у Альприна. Там Фрэнк ходит. Ой, там Покемон. Блин, повезло то, что я Фрэнка убил. Комбо. Еще, короче, у меня столкновение с Поко. Она что? Получилось. У меня 750 осталось. Сейчас я не буду делать
десятым рангом. Просто я хочу себе собрать скин на бандиткоид. Но булы я не смогу собрать, потому что на него слишком много надо копить. А так... А, кстати, кто хочет сходить, могу угодить. Короче, жду всех. Главное, чтобы у вас было 200 или больше трофеев. Тогда вы точно вступите в клуб. Сейчас еще одна важная вещь. Просто спуститесь вниз, поставьте лайк и нажмите на одну кнопку. Эта кнопка подписаться. Пожалуйста, просто нажмите на нее. Для вас будет все хорошо. Вот мне его немножко спустить. У кого есть такой вот барли, такой вот, ставьте лайк, просто ставьте лайк. Короче, сейчас тоже можете, кто играет в Clash Royale. Сейчас покажу. Просто заходите в мой ник Фолит Гроу. Просто заходите в клуб Легенды. Вот так вот он будет выглядеть. Во. Рокстар какой-то вступает. Сейчас. Смотрите. С 10 по 20... 10 июля по 25 июля будут сниматься в Москве. В Москве, вот. Там будет мой брат, мои сестры, так что не обращайте внимания. Короче, с братом, наверное, буду снимать. А сейчас мы идем пока в бой. Гордей, пусть бы к тебе. Ты когда выезжаешь? Просто я хочу это знать. Я сейчас смотрю и вижу, что кто-то не подписался тут. Это Никита, еще это Артём. Не подписался. Еще кто-то. Это Арсен. Эти напиняты. Хотя ты тоже. И Миша. Ты не подписался, ты должен еще. Все, я клетку поставил. Он тут не разрушить. Я это сделал. Теперь осталось. Я думаю, что здесь задача выполнена. Просто как-то не так слабо выглядит.
нормально показано. Плюс 29 кубков нормально. О! Есть. Скоро у меня будет костяная яма. Я помню, Барварская арена у меня была это. Уже в прошлом году. Ладно, буду на этом оканчивать видео. Всем спасибо за просмотр, за подписку и лайки. Всем до новых встреч и всем пока.